Заливка трещин битумной эмульсии позволяет достаточно бюджетно решить сразу две задачи – увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия и сделать движение автотранспорта более комфортным и безопасным. Там, где еще вчера подвеска стучала, как поезд на стыках рельсов, сегодня машина идет ровно и мягко. Мы стараемся увеличить продолжительность жизни покрытия. Соответственно, применяется метод заливки швов с помощью битумной эмульсии и мелкого щебня, который позволяет закрыть крупные щели в асфальтобетонном покрытии. В зону такого ремонта попадет Можайское шоссе, основные улицы центра города и 8-го микрорайона. Большая часть работ проводится в ночное время. И дело здесь не только в том, что ночью меньше автомобилей. Дневная жара увеличивает срок застывания эмульсии и может повлиять на качество ремонта. Дорожные работы Воденцова находятся под личным контролем мэра города Александра Гусева. Есть участки, которые не освещены, приходится работать днем, но это, как правило, с меньшим движением. Поэтому мы, как бригада, работает как днем, так и ночью. Весь ремонт дорог, что внутри кварталки, так и дорог общего пользования, ведется с поручения главы администрации Александра Борисовича Гусева. Он часто очень выезжает сам на объекты, проверяет, контролирует. Всего на дорожно-ремонтные работы в 2014 году из городского бюджета планируется израсходовать около 20 миллионов рублей. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».